Добрый день, уважаемые друзья! Меня зовут Павел Фролов. Сегодня я вам расскажу о регулярном техническом обслуживании автомобиля Renault. Многие думают, что ТО – это замена масла и масляного фильтра, но это не так. Современный автомобиль – это сложный механизм, состоящий из нескольких тысяч деталей. И от исправной работы каждой из них зависит срок службы вашего автомобиля, затраты и ваша безопасность на дороге. Техническое обслуживание для автомобиля Renault – это целый комплекс операций и проверок. После прохождения ТО на официальном сервисе вы можете быть уверены в вашем автомобиле. Все, что необходимо проверить, будет проверено, все, что необходимо заменить, будет заменено. Условно, все операции, входящие в ТО, можно разделить на основные три группы. Первое – это операции для поддержания в исправном состоянии двигателя и кузова автомобиля. Это замена масла, масляного фильтра, воздушного и топливного фильтров, свечей зажигания, а также долив рабочих жидкостей, проверка заряда аккумуляторной батареи, компьютерная диагностика и смазывание открывающихся элементов кузова. Вторая группа – это операции, связанные с безопасностью. Это работы по подвеске и тормозной системе, то есть контроль тормозной жидкости, состояние тормозных механизмов, износ тормозных колодок и дисков, состояние амортизаторов и элементов рулевого управления. Третья группа – это операции, связанные с комфортом. Они добавляют удобства, что делают вашу поездку еще более приятной. Это замена фильтра салона, диагностика системы кондиционирования, проверка ламп освещения и приборной панели. С вашим автомобилем работает три человека. Мастер-приемщик, он принимает вас в дилерском центре, оформляет необходимые документы и берет в работу ваш автомобиль. Этот человек является вашим доверенным лицом на сервисе, и через него происходит согласование всех необходимых работ и операций. Механик, специалист, который выполняет все необходимые операции и проверки. Он знает весь перечень работ и информирует мастера-приемщика в случае возникновения дополнительных работ и обнаружения неисправностей. Именно механик меняет масло, измеряет остаток тормозных колодок, проверяет состояние амортизаторов и аккумуляторной батареи, а также подвески и многое-многое другое. Это электромеханик, специалист в области электрооборудования автомобиля. В его обязанности входят компьютерная диагностика при помощи специального прибора. Вторая причина обратиться на официальный сервис – это наличие профессионального специнструмента и технической документации, разработанных специально для вашего автомобиля, а также программное обеспечение, чтобы обслужить ваш автомобиль. Третья причина выбрать официальный сервис – это оригинальные запасные части. Это может показаться не так уж и важным, но все не так просто. На вид запасные части могут быть одинаковыми, но внутри они совершенно разными. Кроме того, важна своевременная замена запасных частей. Продемонстрируем два примера. Это фильтр, который фильтрует воздух для двигателя. Как видите, здесь масса грязи и пыли. Если не заменить его своевременно, то характеристики изменятся в худшую сторону. Это фильтр вентиляции салона. Если его заменить не своевременно, то ухудшится вентиляция салона, появится неприятный запах, начнут запотевать стекла, частички пыли проникнут в салон, и вы будете этим дышать. А это новый фильтр, который позволит вам дышать свободно и легко. Renault рекомендует проходить ТО в установленные сроки. Это сэкономит ваше время и деньги. И последняя, но не менее важная причина – это высокий уровень сервиса и гарантия. Например, каждый клиент получает сертификат контроля, в котором собраны профессиональные советы и рекомендации по уходу и обслуживанию автомобиля. Пока проводится ТО, у клиента есть возможность провести время в специально оборудованной комнате отдыха, где они могут наблюдать за своим автомобилем, перекусить, воспользоваться компьютером и бесплатным Wi-Fi. После обслуживания у официального дилера вы получаете полностью исправный автомобиль, а также уверенность и спокойствие в будущем.